Скажи, пожалуйста. Простите, а вот у вас... Хотел спросить, вот у вас здесь вот иконка 680, она дешевле продается? Дешевле я вам могу что-то другое предложить. Нет, а вот там написано, что это ориентировочный размер пожертвований. Так дешевле я могу ее купить? Я вам говорю, я ту сумму, которую вы... Что-что? Ту сумму, которую вы предлагаете, я могу что-то другое предложить. То есть это фиксированная цена? Что-что? То есть дешевле не могу купить ее? Я вам объясняю. Скажите к священнику, поговорите с ним. Спасибо.